Доброго всем времени суток! Вы на канале Многодетные Денечки. Сегодня наше видео посвящено новым закупкам в наш семейный магазин. У нас не интернет-магазин, у нас просто розничный магазин, в котором мы работаем, это в нашем городе, где мы проживаем. В магазине мы продаем товар для рукоделия, в основном это пряжа, а разный вот такой декор у нас как сопутствующий идет. Для создания кукол, для создания игрушек и разных декоров красивых. Так, что же мы в этот раз заказали? Снова заказали трессы для кукол. Одни вот я открыла, чтобы показать. Они очень похожи на настоящие волосы. Упругие такие, пружинистые. Вот. Дальше. Потом у нас пришел пенопластовый. Так, как его правильно назвать? Основы для декора пенопластовые. Вот так, наверное, они будут называться. В форме куба в этот раз у нас пришло. Что-то появился спрос на вот такие вещи, на прямоугольные, на квадратные. Я даже не знаю, куда их используют, но берут. Дальше. У нас закончились снова очки для игрушек. Я так подозреваю, что мышей вяжут и крысок в очках. Потому что у нас год крысы настает, да? Или год белой мыши. Я не знаю, как там китайцы правильно нам продиктуют, какой год у нас начнется. Вот. Но мы все готовимся к нему дружно. Вяжем, шьем. Даже есть и кто шьют вот такие игрушки. Тематические. В общем, вот очки пришли. Потом, кто изготавливает куколок, но не умеет рисовать личики, вот у нас пришли термонаклейки. Глаза, брови, губы, улыбка. Для текстильных изделий эти термонаклейки идут. И разобрали у нас вот такой декор в форме леечек и ведерок. Леечка у нас в этот раз только красная пришла. Я еще оцинкованную заказывала, но она почему-то не пришла. Пришло ведерко. Оно как настоящее. Сейчас я пакетик там выну. Вот. Внутри, смотрите, как у настоящего ведра. Все сделано. И бороздки. И ручка. В общем, все по-взрослому. Так, вот такое ведерко, оно, конечно, попроще. Оно уже как бодейчик такое сделано. Не как ведро, а как бодейка, которая вот на колодце раньше вешалась. Так, розовое ведерко, наверное, для мечтательницы, для куколки или для цветочницы. Так, и вот красивые такие ведерки, они уже... Это не металл, это пластик. Золото и серебро с вензелями. Красота. Приходите к нам, кто в нашем городе живет. Ну, конечно, там много еще чего пришло, но это все у нас уже есть. Мы просто как бы подкупаем. А это вот... Вот таких ведерок с вензелями у нас еще не было. Это новинка. На витринах это все у нас есть, но нужно найти, потому что очень много всего. Всем спасибо, что были со мной. Всего всем хорошего. До свидания.